спиной? Ну, или можем отпустить Роберта. Смешно. Эй, Тесс, ты это видела? Я была там. Как там восточный тоннель? Нормально. Только что оттуда. Патрулей нет. А вы-то куда? В гости к Роберту. Вы тоже? А кто еще его ищет? Марлин. Она пыталась его найти. Марлин? А зачем цикадам Роберт? Она мне не докладывала. А что ты ей сказал? Правду? Я не знаю где. Молодец. Не высовывайся, ладно? Увидимся. Ага, до встречи. Марлин ищет Роберта? С чего вдруг? Не нравится мне это. Надо найти его раньше цикад. Это мы? Привет, как дела? Паршиво, слышал, небось. Тут как, все нормально? Все тихо. Ни солдат, ни зараженных. Вот это мне нравится. Джоэл, помоги. А ну-ка, спокойно. О боже, ну и вонь. Выбрасывают все подряд, дышать нечем. Да будет свет. Берем снарягу. Наши рюкзаки никуда не делись. Патронов мало. Ну так не промахивайся. Ну, ковбой, подсади меня. Готов? Да, мэм. Руку. Осторожно. Ну, ясное дело. Вопрос с подвохом? Где лестница? Должна быть где-то здесь. Есть. Супер, тащи. Дамы вперед. Дамы? Это я, что ли, дама? Ну, вроде того. Сюда.
Теперь вниз. Думаешь, ты еще у Роберта? Надеюсь, ради его же блага. Если вернем товар, сбыть его будет несложно. Кстати, а когда следующая партия? Билл придет в следующем месяце. Обещает таблетки и патроны. Да, он с пустыми руками не приходит. Будет чем заняться. Стой, споры. Откуда они? В прошлый раз все было чисто. Ну, взялись откуда-то. Будь начеку. А вот и виновник. Труп свежий. Тут может быть опасно. Здесь должны пролезть. Твою мать! Ты цел? Да. Тут потолок проседает. Осторожно. Сюда. Тише. А черт! Смотри, смотри! Помогите! Маска сломалась. Не хочу превращаться. Пошли. Впереди, слышишь? Что будешь делать? Ты его снял. Это все. Надеюсь. Возвращаемся в город. Зараженные пытаются проникнуть в зону. Об этом только и говорят. Просто эти бедняги снаружи хотят жить в безопасности. Кислород. Вот за что я люблю природу. Потому что город воняет. Ну так закажи Биллу освежители воздуха. Сам знаешь, они у него просроченные.
Прикрой вход. Ладно. Доска упала. Будь другом, а? Сейчас. Ну-ка, передай мне. Она тяжелая. Справлюсь как-нибудь. Ладно. Все, залезай и пошли. Проверим, нет ли рядом солдат. Ну, малыш, убедись, что там чисто. Ни солдат, ни людей Роберта. Ага. Похоже, он нас ждет. Ну, тем интереснее. Ну что, пошли. Этесс, Этесс! Эй, красотка, как делишки? Говорят, не есть товарищи. Не сейчас, Терренс. Да я заплачу вот-вот-вот. Понял. Вот-вот. Не сейчас. Понял. Потерплю. Только не надо злиться. Извини, собаки наперечет. За час всех раскупили. Приходи через неделю. Роналд, купи. Тесс. Давно не виделись. Ты к нам не заходишь. Отметить! Давай! Давай, его по полной! Удар под хвосту! Ваня! Что это за херня? Блокируй удары! Ну, ну поддай ему! Заткнись, придурок! Другой разговор! Давай! Ты куда попёрся? Лупи! Малик, всё это на месте. А, прости, Тесс, не знал, что вы с ним вместе. Иди. Ну, мочи его! Чего разлёгся? Замочи, суку! Кто это? Старый знакомый. Не спрашивай. Чего тебе? Я ищу Роберта. Он тут был? Да, недавно. Он на верфи. Туда пошел. Началось. Пропустите. Вы, ребята, разворачивайтесь и валите, если шкура дорога. У нас не с вами разборки. Нам нужен Роберт. Даже не вздумайте.
Развернитесь и валите, мать вашу! Я без Роберта с места не сдвинусь. Сука! Я тебе все мозги вышибу, но задницу ты отсюда уберешь! К черту! Пригнитесь! Готов? Я тебя убью нахрен! Я прикрою. Да. Займись ими. Тебе конец! Зараза! Молодец, ковбой. Ты тоже. Откуда у него столько людей? Роберт хорошо умеет обещать золотые горы. Дай руку. Вот так. Иди сюда. Снова люди Роберта. Да, откуда их вижу? Двое наших погибли, пытаясь убрать Тесс. Зуб даю, она с Джоэлом вот-вот придет сюда за Робертом. Охренеть. Зря мы взялись за эту работу. Теперь-то что? Надо рассредоточиться и не дать им проскочить. Я был тут, на Джордан-стрит, и вдруг появились солдаты. Вели пятерых гражданских в наручниках. Сейчас угадаю. Цикады? Ага. Поставили к стенке и бац-бац-бац. Всех перестреляли. Ни хрена себе. А, говорят, во всем городе. За них круто взялись. У меня там брат. Серьезно? Даже от тебя есть толк. Давай осмотримся. Да,
ящики на южный склад. Все припасы под замком. Давай еще раз все осмотрим и пойдем. Скоро комендантский час. А как же Роберт? С кем он сегодня останется? Этот псих боится быть один. Откуда я знаю? Надо бы с ребятами поговорить. Ладно. Хорошо. Неплохо. Мы перенесли ящики на южный склад.